Можно ваше удостоверение, соответственно, да? Ага, Александр Викторович. Журналист интернет-издания «Позиция», Доможеров Евгений Валерьевич. Покажите, пожалуйста, вот эту бумагу, которую мне показывали. Нет. А, вот прокуратура-то? Пожалуйста. Александр Викторович, да? Да. То есть это ответ мне из прокуратуры, из природы охраны прокуратуры. Вот Павленко. Относительно возведения здесь причала, который прокуратура, как установлено проверкой, называет самовольным. Хотелось бы попросить вас проверить документы у строителей и принять меры к остановке незаконного строительства. Незаконного строительства не является. Контролирующий орган прокуратура. Она выявила данный факт. Ну просто они совершают противоправные действия. Вы не считаете, что да, должны реагировать? Если это гражданский процессуальный порядок, если направлено на совершение имущества, это не является нашей компетенцией. То есть вы не можете остановить, да, их? Нет. Ну, понятно. В любом случае, это не является правонарушением, которое входит в нашу компетенцию. Если здесь уже рассматривают Чернобыльская природоохранная прокуратура, то я не могу. Угу. Ну, понятно. То есть это не является, не входит в область нашей деятельности. Угу. Все тогда, да. То есть я чисто здесь формально нахожусь, чтобы никаких противодействий не совершалось. Ну и вот этот человек, хотелось бы выяснить его личность, если можно, да. У нас есть видеозапись, мы в Вологде будем, предоставим ее полиции. Он попытался нападать вот и на журналиста Анатолия Грязнова, и на меня. И толкал, и совершал противоправное действие, препятствовал работе журналистов, хотя был предупрежден о том, что мы здесь находимся на частной территории. В качестве журналистов. Где здесь частная территория? 31 сотка. Покажите, пожалуйста, документы. Покажите, пожалуйста, документы. Начальство приедет и... Так вы здесь, если вы-то здесь в качестве кого меня выталкиваете с частной территории? Ты тоже частный человек. Я журналист, вам показал удостоверение. Вы здесь вообще не представились, не предъявились. Мужчина, отойдите отсюда. Театра, мужчина, отойдите отсюда. Вы здесь никто. Вы не представились, не предъявили документы. Бумажку сует, блядь, которую, блядь, напечатать на принтере. Два счета. У вас есть вопросы? Позвоните моему главному редактору. Пока вы не представились, я бы попросил вас вообще отсюда уйти. Если вы не представились, уйдите отсюда. И не вклинивайтесь в разговор с сотрудником полиции, с сотрудником охраны. А? Давайте не будем это самое усугублять. Так тут что усугублять-то? Как видите, я предъявил документы. Этот человек не представляется, не предъявляет документов и заявляет здесь какие-то вопросы и претензии. Поэтому я говорю, либо он представляется для начала, говорит, да, что он имеет какие-либо полномочия. Не умничай. А если не имеет полномочий, то он просто отсюда уходит. Не умничай.